Зеленый свет на благоустройство курортного поселка в Западном Крыму. В торжественной обстановке главе администрации Леневского сельского поселения вручили документ, который подтверждает, что сведения о границах населенного пункта внесены в кадастровую базу. Это позволит создать туристско-рекреационный кластер и привлечь инвесторов. Действо по установлению границ заканчивается внесением в государственный кадастр недвижимости этих сведений. А это именно сведения о крайне граничных точках. Леневский сельский совет, Леневское, точнее, муниципальное образование, поселение по Республике Крым. Это первооткрыватель в контексте именно данных мероприятий в российском правовом поле. Глава администрации поселения уверен, это успех. От Украины ему в наследство досталась, по сути, запущенная местность. Но сейчас все должно измениться. Благодарен всем сотрудникам, техническим работникам, руководителям, которые помогали нам в этом деле. И у нас появилось еще больше работы, чтобы создать в западной части Крыма какой-то уголок, который будет отличаться своим колоритом. Проблема была в том, что без документов границы на территории невозможно было создать туристско-рекреационный кластер. Для того, чтобы дальше идти по реализации самого кластера, необходима градостроительная документация. Потому что в рамках кластера предусматривается финансирование из федерального бюджета чуть более 1 миллиарда рублей на решение вопросов инфраструктуры. Но помогать Оленевке будут не только из республиканского и федерального бюджетов. Уже найдены инвесторы. Ими стали представители из Тюменской области, как кураторы Черноморского района. Для этого они выделили более 8 миллиардов рублей на реализацию градостроительного проекта. Институт, который разрабатывал данный проект и документ, который сегодня будет утверждаться, выдаваться, он дал еще и концепцию развития самого района. Это новые трудовые места рабочие, это новая экономика, это новая структура производства, освоение сельского хозяйственных просторов. Я думаю, что для Крыма это не просто уникально, это один из лучших проектов наших инвестиционных. Когда проект будет реализован, на территории Оленевки появится современная зона отдыха. В результате это даст зеленый свет развитию экономической составляющей региона. Александра Белинская, Время новостей.